გამარჯობა. საერთაშორისო ბიზნეს კლუბის წევრები იმყოფებიან საქართველოში. კლუბი უკრაინელ ბიზნეს ქალბატონებს აერთიანებს. მათი მისია გუშინ დაიწყო. ისინი უკვე შეხვდნენ საქართველოში უკრაინის ელჩს იგორ დოლგოვს, უკრაინის სათვისტომოს და სხვა ბიზნეს ასოციაციას. უკრაინის დელეგაციის ვიზიტის მთავარი მიზანი უკრაინა საქართველოს თანამშრომლობის გაღრმავებაა. რა თქმა უნდა, ჩვენს ორ მეგობრულ ქვეყანას შორის ბიზნეს ურთიერთობა ბევრი წელი არსებობს, თუმცა არსებობს განვითარების რესურსიც და სწორედ ამ რესურსზე ვისაუბრებთ. დღეს როგორ ხედავენ უკრაინელი საქმიანი ქალბატონები ამ პერსპექტივას, რა პოტენციალი აქვს საქართველოს უკრაინის ბიზნეს თანამშრომლობას, რა გეგმები აქვს საქართველოში დიპლომატიური მისიით ჩამოსულ დელეგაციას და რამდენად მნიშვნელოვანია ქალ ბიზნესმენთა როლი ამ ყველაფერში, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს უკრაინელ ბიზნეს ვუმენ კლუბის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი ანა კრისიუკი. Добрый вечер. Რომელიც ასევე გახლავთ უკრაინაში საკმაოდ პოპულარული ჟურნალის Business Woman-ის მთავარი რედაქტორი. Და добрый вечер ещё раз. Гамарджоба. Сначала расскажите о вашей организации, потом перейдём к вашей миссии в Грузии. Я представляю международный женский клуб Business Woman Club, которая создалась год назад, вот через месяц будем праздновать ровно год, и которая имеет такую очень серьезную миссию, такие задачи мы перед собой поставили женщины, которые занимаются бизнесом, политикой, международной дипломатией, именно такие женщины могут быть членами клуба, это изменить философию мышления людей через развитие, образование, обмен опытом и гармонизации с природой, с планетой Земля. И у нас это хорошо получается. За этот год очень много чего удалось реализовать. В клуб зашли очень сильные и влиятельные женщины с 18 стран мира. Это послы, министры, кандидатами есть вице-президенты, даже президенты нескольких стран. Больше стран. А конкретней? Не могу сказать. Но я хочу вам сказать, что этой осенью есть такое решение дирекции клуба пригласить, потому что клуб закрытый, но он очень влиятельный, он очень много лоббирует вопросов, которые касаются глобальных вызовов, которые касаются развития бизнеса, бизнеса будущего, я бы так сказала. Это инновации, это продукты питания, это экология, вода и все, что с этим связано. Вот мы именно за это. И у нас есть на самом деле большое желание, чтобы в клубе участницей нашего клуба международного была и ваш президент Грузии. Мы ее видим в нашем клубе, поэтому не странно, что сегодня мы в Грузии, сегодня мы последних два дня встречались очень много разными бизнесменами, корпорациями, ассоциациями и фермеров, и импортеров, и государственными организациями. Но это такой первый визит, не совсем официальный, а больше ознакомительный, для того, чтобы понимать, в каких направлениях мы можем действительно работать. У нас в Грузии есть несколько партнеров, с которыми мы работаем уже больше 8 лет, некоторыми 10 лет. Это касается и бизнеса, и социальных проектов, что касается образовательных программ, что касается информ-бизнеса, это тоже. Из создания таких комьюнити, с помощью каких реальный бизнес Украины, в первую очередь, в нескольких странах Евросоюза и Грузии может четко сотрудничать. Мы это сейчас очень видим, понимаем и создали специально клуб, который может на разных уровнях помочь этому бизнесу быстрее запуститься, создать возможности правильных контактов с гарантией того, что никто никого не обманет. Каждый будет персонально нести ответственность благодаря и клубу, и другим партнерам, которые у нас есть в мире. А еще до этого всего у нас есть поддержка и государства, и дипломатических представителей с разных стран мира. Да, вы уже встретились, вы уже были в посольстве Украины в Грузии, вы встретились с послом. Какие послания и какая перспектива развития отношений, бизнес-отношений между Украиной и Грузией конкретно? Вот этих двух государств. На самом деле нам приятно, что в Грузии очень хорошо работают наши дипломаты, наш посол, и наши деловые миссии клубу, их будет 8 до конца года. Сейчас это вторая. Первая миссия была в Хорватию, сейчас это Грузия, а потом Польша и другие страны азиатских, европейских стран мира. У нас на самом деле очень много приглашений, потому что
участниц из 18 стран, и им интересно, чтобы мы приехали к ним, и мы действительно могли о конкретике mm-hmm. общаться. Пока с большинством из них мы общаемся в Zoom, в онлайне, но запускаем уже юридические процессы создания общих компаний, экспорта, импорта, рассматриваем инвестиционные предложения, где нам интересно, mm-hmm. потому что хотим расширять разные сферы, которые в будущем действительно будут в тренде. И женщинам это очень просто mm-hmm. делать. У нас очень сильная синергия, и самое главное, что в клубе есть же менторы клуба, mm-hmm. это мужчины, в основном это президенты, это первые mm-hmm. лица направлений тоже трех. Международного профиля, политикума и бизнеса. Это президент торгово-промышленной палаты, президенты бизнес-клубов, бывшие даже есть президенты государств Украины, mm-hmm. в том числе коммерческих разных структур, инвестиционных фондов. И в этой синергии, ну, мы видим будущее на самом деле, и хотим, чтобы Грузия тоже была в тандеме партнерства, потому что видим совместный вектор вхождения в Евросоюз, в НАТО, и если мы усилим mm-hmm. это и через политику, и через бизнес, и через дипломатию, будем едины, мы намного быстрее сможем выполнить те требования, которые есть, и друг друга усилять, помогать и двигаться mm-hmm. в одном направлении. Видите ли вы уже перспективу таких отношений, да. такого развития событий? Смотрите, очень хорошо, что у нас есть четкое как бы видение государства, как развивать это направление. И если государство, дипломатические структуры, бизнес и общественное умеют объединяться, есть mm-hmm. объединяющий фактор и вектор видения, это очень хорошо. И на разных уровнях мы должны это делать. Министерство иностранных дел поддерживает такие наши mm-hmm. деловые миссии. И мы благодарны в первую очередь первому заместителю министра иностранных дел Эмине Джапарова, которая вот именно в клубе есть как бы партнером нашим в плане mm-hmm. сотрудничества и поддержки бизнеса, который хочет развиваться, который привлекает инвестиции в государство, экспортирует продукцию и расширяет mm-hmm. вот этот бизнес-сегмент, потому что это есть и программа президента нашего действующего. Поэтому мы все понимаем, что нам надо быть едиными, так же, как и Украина. Верим, что Крым вернется в Украину точно, потому что да. у нас, хотя я сейчас говорю на русском языке для понимания аудитории грузинской, но я думаю, мы в этом едины. Каждая Конечно, страна едины, да. хочет, чтобы и Донбасс, и Крым, чтобы мы были одной страной, так как это было от Дня независимости. У нас очень четкая позиция, четкое отстаивание своих интересов, но надо искать разный путь, как это сделать. Я думаю, у женщин это получится лучше всего. Вернемся в Грузию и ваши встречи. Сегодня, я как знаю, уже встречались с ассоциациями в Грузии. Есть ли конкретные какие-то проекты? Мы нашли 4 направления, по которых будем сотрудничать. И следующая наша миссия уже будет официальная, большим mm-hmm. составом, и дипломатами, и госслужащими, и бизнесменами, владельцами бизнеса, mm-hmm. и инвесторами тоже. Мы увидели интересный потенциал для нас. Мы вернемся, составим свои предложения. Пока есть идея осенью сделать общий такой экономический mm-hmm. и инвестиционный форум, mm-hmm. объединить его Хорватия, Украина, Грузия. Да, если очень. Еще одна будет страна Польша, то мы и поляков пригласим, потому что самое главное создать хорошие платформы, на которых mm-hmm. люди могут общаться на B2B, и у них будут гаранты того, что это качественный продукт, это компании, которые отвечают за свои слова и будут выполнять договора, рассчитываться mm-hmm. и все остальное. И мы на базе Торгово-промышленной палаты Украины будем делать такой международный экономический инвестиционный форум. Мы нашли несколько направлений общих для трех стран, mm-hmm. которые выгодны, интересны всем трем. Это туризм. Это туризм как туризм, mm-hmm. это медицинский туризм, туризм. Есть отрасли медицины, где лучшие в Украине. И в Грузии есть потенциал, есть в Хорватии. Да, да, в Хорватии тоже. Мы это будем делать. Потом направление IT и диджитализация, mm-hmm. технологии будущего. Мы тоже нашли общий интерес. У нас есть партнеры IT-компании и в Украине. И я знаю, у вас есть очень хороший опыт. Да. Мы эту тему будем на этом форуме поднимать и раскрывать. Это будет отдельная секция. И третье направление – это будет продукты питания, сельское хозяйство. Это будут ягоды, малина, деревья и все, что с этим связано, зачем будущее, и вода. Я думаю, что вода тоже, потому что глобальные вызовы, которые есть, вода будет ценнее золота, и мы хотим эту тему поднимать, искать экспертов, которые будут делать правильные просчеты, чтобы у нас была качественная mm-hmm. вода,
и чтобы все понимали, что нас ждет в будущем, и мы должны к этому готовиться. И продукты питания, эко-продукты питания. Мы понимаем, насколько важен зараз сейчас производство в Украине и для Европы, и может быть хорошим потенциалом для Грузии, для экспорта и продажи дальше, конечно, в Азию. И в этом мы видим единство. Мы провели несколько конкретных встреч даже с инвесторами и в Хорватии, и в Украине, и даже в Грузии. Угу. И нашли общую кооперацию. Я думаю, что до конца года у нас будут общие, да, и компании, и инвестиции. И следующего года можно будет показать результат как и нашей поездки, так и конкретики. Но чтобы не забегать вперед, то пока от конкретики. И четвертое направление — это, конечно, информпространство. Мы будем объединять весь мир в правильной кооперации, информационного пространства, чтобы создавать правильный информационный контент для бизнеса, чтобы они могли еще быстрее находить партнеров и очень быстро получать аналитику, информационную аналитику по, ну, хотя бы от даже этих трех направлений, mm-hmm, понимаете? Потому что от качества информации зависит принятие решения. И вообще, вот если мы говорим о формировании имиджа позитивного, неважно какой, mm-hmm, стране, то важно, что эта страна дает информационное пространство. И идеально для этого наш медиахолдинг, с кем вы уже сегодня подписали вот меморандум. Вот для нас это важно. Смотрите, я знаю, что у нас есть несколько еще переговоров с другими изданиями и сайтами. Я как владелец международного, да, журнала «Бизнес-Вумен», единственное издание Украины, которое имеет аккредитацию в Европарламенте. Ну, сейчас у нас 15 дирекций в 15 странах мира. И мы, у нас в Грузии есть представительница, mm-hmm, наша, Валентина Марджиашвили. И мы рады сотрудничать с коммерсантами из-за того, что для нас очень важно, чтобы было доверие и правда, которую пишет издание, чтобы не было политических или бизнес каких-то клановых влияний, mm-hmm, на информполитику. Мы не зависим ни от кого, пишем правду, пишем реальность фактов, mm-hmm, и за это есть репутационная правильная составляющая, которая может и помогать, и усилять бизнес. И нам важно иметь таких партнеров. Мы имеем их в 15 странах мира. Mm-hmm. Сейчас подписываем договора еще с 10 странами мира, и тогда будет намного проще делать деловые миссии, помогать делать аналитику для бизнеса, расширять границы для того, чтобы вести бизнес по-другому, учитывая современные, mm-hmm, технологии. И это все ведет к нас такой социальной миссии, да, где мы готовы, зарабатывая, отдавать тому, что будет строить будущее. Это наш проект «Озеленение планеты». Да, вот подошли к этому вопросу, ваш экологический проект. У вас, по-моему, я вот как знаю, уже 4 миллиона растений вы посадили в нескольких странах, больше даже, и в Грузии тоже, да, перед посольством Украины в Грузии. Мы, каждая наша деловая миссия начинается с встречи с украинской диаспорой, нашими, угу, дипломатами и высаживанием деревьев. И Грузия тоже, мы благодарны и послу, и посольству за содействие, украинской диаспоре тоже. Мы посадили гранату. Да, да, гранату. Еще никогда не садили, это впервые гранат садили, он даже там вырос маленький. Это, вы знаете, это такая сенс моей жизни на этот период, mm-hmm, где-то ближайших 5 лет. Я этим очень горжусь. Это как рождение ребенка. Мы к этому очень серьезно относимся. Это инициатива моя и, mm-hmm, с президентом делового, такого очень влиятельного и успешного бизнес-клуба Украины, Sell Club Украина, mm-hmm, Сергея Гайдачука. И много-много партнеров в 140 странах мира. Mm-hmm. Потому что в всех областях, регионах Украины есть организация, организаторы такие, как мы, в каждой стране. Мы имеем очень сильную поддержку Министерства иностранных дел Украины, Министерства экологии и природных ресурсов, да, угу, и государственной структуры лесхозяйства в Украине, которая нам помогает. И вот из-за того, что есть инициатива, которая дает возможность каждому человеку стать организатором, главные две ее миссии – это возобновить экологическую экосистему планеты, возобновить и объединить людей планеты. Две главные миссии, чтобы люди имели что-то общее. Мы все одного кореня, на самом деле. И этим проектом мы очень много людей между собой познакомили, которые начали сотрудничать. Это как большая семья. И в один день, 10 апреля, благодаря всем нашим партнерам, организаторам, mm-hmm,
В один день в 110 странах мира мы высадили 5,5 миллиона даже деревьев. И участие в этом взяли в этот день 2,5 миллиона людей. Ну, немножко больше, там не говорю конкретные цифры. И сейчас уже Грузия тоже присоединилась. Грузия брала участие, она 10-го высаживала. Сегодня мы высадили, и мы в рамках нашего визита имели встречи с женщинами бизнеса, с деловой женским советом, ассоциацией, вот подписали меморандум о сотрудничестве, и осенью мы будем садить парк, фруктовый парк мира между Украиной и Грузией. Мы подарим эти деревья с Украины. Да, наша. И где этот парк будет? А мы пока не будем говорить. И последний вопрос. Официальные лица из Грузии, как вы видите, они заинтересованы вот в этих отношениях с Кубом, я имею в виду. Есть ли перспектива выйти на этот уровень и в Грузии? Вы сказали, что у вас есть члены клуба, которые высокопоставленные лица. Есть ли в Грузии такая заинтересованность? Мне кажется, Грузия не понимает, какое сильное влияние в мире имеют бизнес-клубы. Я бы рекомендовала выучить опыт, посмотреть плюсы и минусы, если они такие есть, понять, что политика очень меняется и дискредитируется. А клубы – это самый сильный инструмент отстаивания бизнеса, потому что там есть членские вложения, денег, немалые суммы. Из-за этого люди понимают, за что они платят, и они попадают в среду, где есть большой кредит доверия и ответственности друг за друга, потому что это репутационные риски, если ты в клубе, где у кого-то плохая репутация. У нас таких нет. Мы очень четко проверяем информацию наших кандидатов, и если у нас есть позиционирование, концепция, презентация, это, и мы сами этого додерживаем, это только топ-лица, и это закрытый клуб не для всех, а тех, кто имеет 5 направлений влияния, но идеальную почти репутацию, потому что идеальных людей почти нет, но все-таки, да, которые для людей понятно и четкие правила, белый бизнес, позиционирование, отношение к людям, эко-осведомленность, социальная ответственность, для нас это важно, обороты, соответственно, то это надолго. Вот у нас концепция сейчас разработана 5 лет, а в сентябре, когда год клуба будет, у нас есть отдельный выезд, закрытый выезд с коучами, с очень топовыми такими экспертами, мы будем стратегию развития клуба на 10 лет разрабатывать, но мы ее додерживаемся. А политика в любой стране, вот 3 или 5 лет, а потом все наново. И вот это постоянство, уверенность и постоянное развитие, масштабирование, оно есть очень сильным инструментом усиления. Мы сами можем инвестировать, и не прося никого, потому что мы объединяем ресурсы, усилия, знания, влияние. И это очень крутой инструмент, который в будущем будет иметь очень большое влияние на самом деле. Спасибо. Спасибо. Желаю удачи и в Грузии, и в других странах. Чуанис Тумари иго украинули бизнес-вумен клуб из Дампудзнебель, президенты Анна Грисюки. Спасибо огромное.